Всем доброго времени суток, с вами Елена. На днях у меня было видео о моих зацветающих орхидеях с маленькими цветочками. Ну и вот у сапфира уже открылось несколько цветочков. Вот такой он красавец, невероятный. Вот невозможно красивая орхидея, несмотря на вот этот не совсем не крупный цветочек. Так, потом я показывала пульчеримы, первое в жизни цветение, ее цветочки. И был всего один открывшийся цветок. Посмотрите, как это смотрится, когда начинают открываться все остальные бутоны. А вот здесь вот с одной точки прям два бутончика. И вот, казалось бы, такая маленькая орхидейка, и когда я ее поставила на полку с крупноцветущими орхидеями, она терялась. А вот сейчас, когда открылось несколько цветочков, прям взгляд падает на нее. Вот такой цветонос, такая красота. Когда я сняла видео в комментариях Света из канала Светлана Орхидею Новичка написала: Лена, ты скоро, как Петр, будешь снимать орхидеи через лупы. Я прям смеялась. Светочка, привет большой. Потому что ведь когда я снимала видео, у меня была мысль. Вот я пробовала, пробовала, не фокусировалась. Думаю, может, как Петр взять лупу и на тебе. Но она, конечно, смотрится невероятно. И вот эти орхидеи, когда через камеру смотришь, ну, кажется, совсем все это так неброско. Нет, они очень выразительные, они очень выделяются. В массе даже крупных орхидей хорошо видно. Они вживую смотрятся совсем иначе, чем на камеру. Ну, а вообще, сегодня мое видео затевалось ради вот этой орхидеюшки. Это ее второе в жизни цветение. Как же она мне нравится. Сейчас я покажу не этикетку, потому что это длиннючее название. Вот этикетка. И вот такая красота. И оказалось, что она любительница подцвести. Вот она у меня весной закончила свое цветение. И вот дала опять цветонос. И сейчас цветет летом. Красавица, да? И тоже вот и этот ее цветонос, он будет доращиваться. Так уже было. Она цвела долго. Ну и орхидея, у которой первое в жизни цветение. Это вот такая маленькая орхидеечка. Получала я ее зимой в размере 1,7. Сразу пересаживала, вот у нее везде растущие корни, полный горшок. И я ее, если честно, собиралась пересаживать, но она дала цветонос. Вот со всех сторон. Сейчас буду поливать. Это Льюис Три Принц. Сейчас покажу этикетку. Вот такая вот. Вот тут не хочет фокусироваться, и все, красота. Ну и сейчас покажу, что же распустилось. Это первое в жизни цветение вот этой крошечной орхидейки. Вот на камеру губа это бледнее, она темно-бордовая с каким-то вот бархатным налетом. Посмотрите, какая прелесть. Но ведь прелесть невозможная. А Льюисы, они же любят потом давать цветоносы с ответвлениями, так что первое цветение, зацвела она абсолютно по сорту, а первое цветение, ну, не показатель. Потрясающая орхидея. Прям нравится, нравится. И вот у нее, сейчас покажу. Вот, гляньте, три верхних лепестка вот такие розовые, нижние какие-то сливочного оттенка. И вот эта невероятная бордовая губа.
На камеру она красная, она ближе к бордовому какому-то. Прелесть. Ну, вот такие вот у меня малышата. Вживую, конечно, вживую это все выглядит совершенно иначе, чем на камеру, но большинство из нас любят крупноцветковые орхидеи, но такую милоту тоже надо иметь в коллекции. Но это мое мнение. Ну вот, поделилась с вами новостями, своими радостями. А всем большое спасибо за внимание, за подписки, лайки и добрые комментарии. Спасибо всем, кто давно меня поддерживает. Всем мира, добра, благополучия. До новых видео. Пока-пока.